Вчера, сегодня, завтра. У каждого это есть. И каждое мгновение жизни – это еще одна возможность. Но далеко не каждый может ею воспользоваться и стать созидателем. Созидать и творить – удел немногих. Не все могут выдержать и учебные классы, и строгих преподавателей. Не каждому дано учиться в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. В нашому університеті ви маєте можливість навчатися під керівництвом великих провідних вчених нашої держави і всього світу. І планувати не тільки будівництво, планувати не тільки своє життя, но й життя всієї нашої держави. Не всякий може попасть в елітне учебне заведення, яке вже два віка соблюдає традиції класичного навчання. И по праву считается университетом номер один в Европе по подготовке специалистов архитектурного и строительного направлений. Свидетельством тому является не только количество иностранных студентов. Я приехала из Ирана. Я здесь учусь на архитектурном факультете. Меня учиться здесь очень нравится. Я приехала из Марокко. Я учусь здесь в архитектурном факультете. Наш университет – это лучше. В университете действуют долгосрочные программы по обмену студентов из разных стран мира. На сегодняшний день в университете, который готовит специалистов, бакалавров и магистров в сфере строительства и архитектуры высшего класса, проходит обучение более 8 тысяч студентов. Наш университет всегда в центре внимания и открывает много возможностей и перспектив. Вы начинаете самостоятельно строить свое будущее. А где лучше учиться строить будущее, как не в Национальном университете строительства и архитектуры? Они не только учатся, но и с успехом проводят досуг. В Киевском национальном университете строительства и архитектуры 6 факультетов. Автоматизации и технологий, архитектурный, строительный, строительно-технологический, санитарно-технический и факультет геоинформационных систем и технологий управления территориями. Сама сфера архитектурной деятельности, она достаточно цікава. Вона творча, креативна з одного боку, з іншого боку, вона інженерна, математична. Це універсальний фахівець, який може працювати в будь-якій частині не лише України, а й світу. За время своего существования, а начало своей истории КНУБА берет в далеком 1930 году, в университете было подготовлено около 65 тысяч специалистов. Высокий класс преподавательского состава не вызывает сомнений ни в Оксфорде, ни в Гарварде. Более 80 докторов наук, профессоры и академики. У нас работают выкладачи, которые є авторами и будували наш Олимпийский стадион, космодром в Бразилии. Подтверждением квалификации выпускников КНУБА есть не только диплом, но и востребованность, ведь с таким дипломом несложно получить работу не только в Украине, но и за рубежом. Обучаясь в нашем университете, вы имеете возможность получить престижную профессию, высокооплачиваемую профессию, причем у вас никогда не возникнет проблем с трудоустройством. Обучаясь, вы будете встречаться с высококвалифицированными учеными, проводить под их руководством эксперименты. И все те научные исследования, которые вы будете проводить во время учебы, позволят вам планировать не только собственную жизнь, но и планировать и развитие, и жизнь нашей Украины. В жизни вам придется на что-то рассчитывать. На свой характер, на судьбу, а особенно на знания. На знания, которые вы можете получить в Национальном университете строительства и архитектуры, откроет перед вами много возможностей. Тысячи строений в 80 странах мира возведены теми, кто учился в КНУБА. Шановні абітурієнти, я запрошую вас разом з нами розбудовувати нашу гарну Україну, нашу державу. Реши для себя, готов ли ты создавать. Ведь от твоего решения зависит многое. Если ты хочешь построить дом, а возможно не только для себя, двери КНУБА открыты. Помни, учиться в КНУБА – это ответственное решение. Ибо строитель – самая мирная профессия на Земле. И твой автограф – не росчерк пера, а то, что ты построишь. А горизонты открыты.